Всем привет! Я Катя Кочнева, и я делаю театр для детей, и он называется «Моника и Фрост». Я буду читать вам сказки. Я начну с наичудеснейшей сказки из сборника про Винни-Пуха «Игра в пустяки». А начинается она так, к тому времени, когда речка добралась до края леса, она очень выросла. А двигалась плавно и медленно. Теперь она знала, куда идет, и будто говорила себе, спешить незачем, когда-нибудь все там будем.